сам по себе такая, безусловно, этих санкций боится. Но, с другой стороны, мы видим, что Запад действует не так решительно, или санкции применяются дырявые, очевидно дырявые. Сейчас пошли такие разговоры, что ну, у Украины есть окно возможности до конца года, это чешский президент заявил. Да-да-да. То есть нужна контратака. Ну, какая контратака может быть, когда у Украины не хватает оружия? Я просто видел российское видео, как украинские военнослужащие на броневиках пробивались через минное поле, и там просто разрывало им конечности. Это, представляете, с живыми телами, получается, нужно пробивать эти коридоры. То есть, ну, такого рода заявления, конечно, они просто, ну, у меня лично просто вызывает содрогание.